Thank you.
Дорогие друзья, я прошу вас подготовиться. Буквально одна минута, и мы начинаем конкурсы сегодняшнего дня. Автомобиль Volkswagen, номер украинской регистрации SE1165EE. Пожалуйста, уберите машину, вы мешаете проезду. Владелец автомобиля Volkswagen. Дорогие друзья, мы еще раз рады вас приветствовать в нашей солнечной, гостеприимной Молдове. Мы очень надеемся, что наши встречи будут чаще. Хочу вам напомнить, что в июне мы вас всех ждем также на тройной цацик. При этом будет квалификация на крафт 24 и наш уже всем полюбившийся корги фест. Пожалуйста, мы вас всех ждем в июне. По поводу регистрации вы можете обращаться по адресам офиса Кинологического союза Молдовы. И мы начинаем сегодняшние конкурсы. Первый конкурс – конкурс «Пар». Для экспертизы данного конкурса в ринг приглашается эксперт СИАИ из Молдовы Влада Ротару. Поприветствуем эксперта. Приглашается БШО. Белая швейцарская овчарка. Вольфшпиц. Эксперт сделал свой выбор. И на второе место мы приглашаем племенную пару белой швейцарской овчарки. Первое место. Вольфшпиц. Поздравляем победителей.
Следующий конкурс «Юный хендлер». Я попрошу подготовиться наших самых маленьких участников. И следующий конкурс «Best Baby». Для экспертизы данного конкурса в ринг приглашается эксперт всех олл-раундов Заза Амаров, Грузия. Поприветствуем эксперта. В ринг приглашается Дзержнаузер Пелесовик, американский Акита, Кани Корса, Лабрадор, Доберман, Эльшкорги Пенгров, Чивава Гладкошерстный, Бордоский Дог, Чивава Длинношерстный, немецкий шпиц, той помирания. Эксперт сделал свой выбор. И на третье место мы приглашаем американский Акита. Резервным победителем Беста Бэби сегодняшнего дня становится Вершкорги Пимброк. И первое место Чивава Длинношерстный. Поздравляем победителей! Я попрошу подготовиться наших щенков. Следующий конкурс без побед. Для экспертизы данного конкурса в ринг приглашается эксперт FCI из Украины Виктория Погодина. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашается Доберман, Лабрадор, Бигль, Цвергпинчер, Бостон Терьер, Вершкорги Пемброк, Чивава Длинношерстный, немецкий шпиц, той помирания.
эксперт сделал свой выбор. Я попрошу вас сделать для фото место. Спасибо. И мы приглашаем на третье место Доберман. Резервным победителем беста щенков сегодняшнего дня становится Бигль. Первое место. Лучший щенок сегодняшней выставки. Немецкий шпиц той поляны. Поздравляем победителей. Следующий конкурс. Бест ветеранов. Для экспертизы данного конкурса в ринг приглашаются эксперты КСА из Молдовы, Дердила, Алена. Поприветствуем эксперта. В ринг приглашается Будиль большой черный. Драха. Резиншнауцер. Эксперт сделал свой выбор. И на третье место приглашается резиншнауцер черный. Резервным победителем беста ветеранов становится Дратхар. И первое место. Будет большой черный. Мы попросим подготовиться. Собак пород для классификации CI. Следующий конкурс «Бест пород вне классификации CI». Для экспертизы следующего конкурса в ринг приглашается эксперт CI All-Round Заза Амаров, Грузия. Поприветствуем эксперта! И в ринг приглашается американский буллит-покер Бивер. И на второе место мы приглашаем Бивера. И первое место American Bully Pocket. Далее я попрошу подготовиться все 10 групп для CI с первых до десятого. С
Следующий конкурс «Бест первой группы FCM». Овчарка длинношерстная, белая швейцарская овчарка. Американская миниатюрная овчарка, крышковый пультон. И на третье место мы приглашаем немецкую овчарку длинношерстную. Второе место – американская миниатюрная овчарка. И первое место – бельшкольный пинброк. Поздравляем победителей! Я попрошу подготовиться вторую группу FCI. Следующий конкурс без второй группы FCI. Для экспертизы следующего конкурса в ринг приглашается эксперт FCI Allrounder Виктория Погодина, Украина. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашается Кайни Корса, Даберман, Гросс, большой швейцарский Зеленков, Тибетский Пеллер, Ротвейлер, Шнауцер. Цвергшнауцер черный, цвергшнауцер перед солью, цвергпинчер. Пожалуйста, сделайте место для фото. Спасибо.
И на третье место мы приглашаем большой швейцарский Зенерхонд. Резервным победителем второй группы FCI сегодняшнего дня становится Ротвейлер. И первое место сверхштауцер черный. Поздравляем победителей. Следующий конкурс – 23-й группы FCI. Для экспертизы следующего конкурса в ринг приглашается эксперт FCI Orlando Заза Амаров, Грузия. Поприветствуем эксперта! И в ринг приглашаются следующие породы 3-й группы FCI. Американский стаффордширский терьер, бультерьер стандартный, фокстерьер жесткошерстный, уэстхайлер твайт терьер, йоркширский терьер. Эксперт сделал свой выбор. И на третье место мы приглашаем West Highland White Terrier. Резервным победителем 3-й группы FCI сегодня становится Фокстерьер жесткошерстный. И первое место Йоркширский терьер. Поздравляем победителей.
И следующий конкурс без четвертой группы XI. Для экспертизы данного конкурса в ринг приглашается президент Кинологического союза Молдовы, эксперт XI Allround Сергей Волынец. Поприветствуем эксперта. Такса стандартная жесткошерстная. Такса стандартная гладкошерстная. Такса миниатюрная гладкошерстная. Такса кроличья гладкошерстная. И на четвертое место мы приглашаем таксу миниатюрную гладкошерстную. Третье место. Такса стандартная. Жесткошерстная. Простите. Гладкошерстная. Извините. А резервным победителем такса стандартная жесткошерстная. И первое место. Такса кроличья, гладкошерстная. Для экспертизы следующего конкурса в ринг приглашается эксперт XI из Молдовы Татьяна Бешир. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашается американская Акита. Акита. Самоед. Вольф Шпиц. Немецкий Шпиц. Той Померания. Перуанская голая.
Эксперт сделал свой выбор. И на третье место мы приглашаем перуанскую голую собаку. Резервным победителем пятой группы, XI становится Вольфшпиц. И первое место. Самоед. Поздравляем победителей. Попрошу подготовить вашу шестую группу СССР. Для экспертизы следующего конкурса в ринг приглашается эксперт СССР ОРАМ. Погодина Виктория, Украина. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашается родительский личбек. Басит Хаун, Бигль. Эксперт сделал свой выбор. И на третье место мы приглашаем родезийского личбека. Резервным победителем шестой группы XI сегодня становится Басит Хаун. И первое место – Бигль. Попрошу подготовиться. Для экспертизы следующего конкурса в ринг приглашается президент Кинологического союза Молдовы, эксперт XI ОРАУ Сергей Колынец. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашается быжла Веймаранер, немецкая короткошерстная легавая Гурцхар, немецкая жесткошерстная легавая Драхар, ирландский красный сеттер. Я попрошу сделать место для фото. Эксперт сделал свой выбор. На третье место мы приглашаем немецкую короткошерстную легавую Курцхар. Резервным победителем седьмой группы FCI становится немецкая жесткошерстная легавая Драхар. И первое место. Ирландский красный сеттер. Круг почета, пожалуйста. Круг почета, пожалуйста. Thank you.
попрошу подготовиться на свою группу все. Для экспертизы следующего конкурса в ринг приглашается эксперт из Орхей Заза Амаров, Грузия. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашаются следующие породы 8 группы FCI. Лабрадор, американский кокер-спаниель, английский кокер-спаниель, голден ретривер. Эксперт сделал свой выбор. Я попрошу сделать место для фото. И на третье место мы приглашаем лабрадора. Резервным победителем 8 группы FCI сегодня становится Golden. И первое место. Английский кокер-спаниель. Поздравляем победителей! Я попрошу подготовить 9-ю группу. Для экспертизы следующего конкурса в ринг приглашается президент Кинологического союза Молдовы, эксперт FCI Allround Сергей Голонец. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашаются следующие представители 9-й группы FCI. Пудик большой черный. Пудик той шоколадный. Французский бульдог, кавалер Кинчар Спаниэль, мопс, чимовато нешерстно. Thank you.
свой выбор. И на четвертое место мы приглашаем кавалерки Чарльз Манея. Третье место будет Большой Черный. Резервным победителем девятой группы сегодняшнего дня становится Пудель Той Шоколадный. И первое место Чивава Нина Шерстная. Поздравляем победителей! И следующий конкурс без 10-й группы FCI. Я попрошу подготовиться. Итак, дорогие друзья, мы подошли к заключительным конкурсам сегодняшнего дня. И следующий конкурс Best Juniors. Приглашается эксперт из Молдовы Людмила Фацула. Приветствуем эксперта. И лучшие юниоры сегодняшнего дня. Ирландский красный сектор. Пудель большой. Американский покер. Миниатюрный пудель. Цвергшнауцер черный. Цвергшнауцер перед солью. Игорь, Вельшкорки Пемброк, такса стандартная жесткошерстная, французский бульдог, американский ставоширский терьер, английский кокер спаниель, кавалер Кинг Чарльз спаниель, йоркширский терьер, цверг пинчер, такса кроличья гладкошерстная. Немецкий шпиц той помирания.
эксперт сделал свой выбор. И лучшие из лучших юниоры сегодня. Третье место. Цвет пинчер. Я хочу напомнить нашим победителям юниорам, что они сегодня принимают участие в Supreme Best in Show. А далее главный конкурс сегодняшнего дня – Best in Show. Выбор лучшего из лучших. Пожалуйста, представители 10 групп профессионалов, занявшие первые места. Для экспертизы Best in Show сегодняшнего дня в ринг приглашается президент Кинологического союза Молдовы, эксперт FCI Allround Сергей Волынец. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашаются победители 10 групп FCI. Эльшкорги Пемброк, Цвергшнаузер Черный, Йоркширский Терьер, Такса Кроличья Гладкошерстная, Самоед, Бигль, Ирландский Красный Сеттер, Английский Кокер Спаниель, Чимпанква Длинношерстная. Thank you.
пожалуйста, в круг почета и спускаемся со сцены. Поддержите это лучшие из лучших сегодняшних участников, победителей своих групп. Я еще раз хочу напомнить, что по окончании бастон-шоу состоится Суприм бастон-шоу. Участники-победители всех трех дней юниорских бестов, а также бестон-шоу, участвуют в Суприм бестон-шоу. Итак, лучшие собаки сегодняшнего дня. Пятое место. Английский кокер-спаниель. Четвертое место. Йоркширский терьер. Третье место. Сверхшнауцер черный. Резервным победителем бестон-шоу сегодняшнего дня становится Чивава длинношерстная. И абсолютным победителем бестон-шоу международной выставки Цацинбы в Сиае Молдова Орхеи 30 апреля 2023 года становится Самоед. Поздравляем победителей!
Thank you.
Давайте поаплодируем. Это лучшие собаки 3 дней. 3 международных выставках ЦЦИК. Пожалуйста, круг почета и спускаемся вниз. Наш любимый коллектив кинологического союза Молдовы.
все первые эксперты, вторые ринговые эксперты. Пожалуйста, мы вас приглашаем для общего фото. Thank you.